Здравствуйте. Всем кровать. Меня зовут Алекс Койко. И время пришло для того, чтобы сказать кое-что серьезное. Как вы думаете, я хочу делать все эти лайфхаки? Если честно, я даже не помню, я ли их делаю. Я не помню. Или эти, что будет, если что-то положить в соковыжималку? Вы думаете, я не знаю, что будет? А? Вы думаете, я не знаю, что будет, если положить в нее чипсы? До них ничего не будет. Ничего не будет. А эти лизуны, а? И дети, которые я уже, не знаю, я... Им же ничего, кроме этих лизунов и слайсов без клея, ничего не надо. А что это такое вообще, слайсы? Что это? Зачем это? У меня все в голове уже перемешалось. Муравьи эти, с которыми я разговариваю, а они мне отвечают, и это пугает. Это очень пугает. Я устал. Я просто устал. Вы знаете, посмотрите на мои руки. Мне 40 лет. Вы думаете, я хочу этим заниматься? А? Вы думаете, я этим хочу заниматься? Да я бы с радостью снимал документальные фильмы, говорил про политику, у меня куча идей, куча мыслей. Да что там, я это и делал. Но у меня было два просмотра. Один мой, а один... моего кота, и то только лишь потому, что рядом сидел, даже жена не смотрела. А потом, знаете, что случилось? Потом я начал снимать это. И что? Миллионы просмотров. Я не понимаю, откуда они, я не понимаю. Иногда мои ролики попадают в тренды, и я... Ладно, что там, всегда мои ролики попадают в тренды, и я всегда не понимаю, почему. Мне стыдно, а Ютубу нет. Мне кажется, что Ютуб — это живое существо, и он нами управляет. Ну, мной точно. Он постоянно мне шепчет: «А что если?» И предлагает какие-то странные идеи. Очень странная идея. Недавно я песок жал. Но это так, просто это не Ютуб, это я. Все муравейники выкопал во дворе. Домой принес. Жена ушла. Я не хочу этого делать, но я не могу. Ютуб меня заставляет, он по ночам со мной разговаривает. Я просыпаюсь ночью в поту, в холодном, и иду снимать ролики. Я прохожу мимо соковыжималки, а она со мной будто просит меня: сними про меня ролик. Что делать-то? Как быть? Я запутался. Я не хочу так больше. Не хочу. Господи. Кажется, пора заканчивать. Иди снимай видео. Ну вот. Опять.